Томми, Версетти, ха! Вот черт! Не думал, что они отпустят его. Он, не поднимая головы, помогает людям забыться. Люди достаточно вспомнят, когда увидят, как он ходит по соседним улицам. Это будет плохо для дела. Так что мы собираемся делать, Сонни? Мы позаботимся о нем, как о старом друге. И займем его не в городе, да? Мы говорили о расширении, Сонни, так? Сейчас Вайс-Сити дорого стоит. Колумбийцы, мексиканцы, черт. Даже эти кубинские беженцы режут друг друга на кусочки. Но это все наркота, Сонни. Ни одна из семей не возьмется за это дерьмо. Времена меняются. Семьи не могут не обращать внимания, когда наши враги пожинают плоды. Так мы отправим кого-нибудь сделать грязную работу. А сами себе отрежем жирный кусочек, а? И кто там наш человек? Ген Розерберг, чертов адвокат. Как он будет держать в узде Версетти? Он нам не нужен. Мы просто выпустим его в Вайс-Сити. Мы дадим ему для начала немного денег, так? Дадим несколько месяцев. Затем нанеси ему визиты, ладно? Посмотри, как у него идут дела. Ген Розенберг, эй! Отлично! Я отвезу вас на встречу, ребята. Итак, я поговорил с поставщиками, и они сильно намерены начать деловые отношения. Если все пройдет хорошо, нам тоже будет очень хорошо. А это вы понимаете. Хорошо. Итак, ладно. Они братья. Один занимается бизнесом, а второй полетами. Надеюсь, вы меня хорошо понимаете. Итак, сделка состоится. Они хотят обменяться на открытом месте. Хорошо? Ладно, идем. Принес? 100% настоящий колумбиец, мой друг. Покажи. Зеленые. Десятки, двадцатки. Думаю, мы договорились, дружище. Вот черт! Давай, жми быстрее! Я на одну секунду отвернулся и получил кучу дерьма в лицо. Поспим немного. Что ты собираешься делать? Завтра я буду у тебя в офисе, и мы начнем сортировать эту кучу. Telephone call now. 1-8. Мы начинаем нашу программу сообщения из Госдепартамента. Все мосты и некоторые дороги, находящиеся в районе метрополитена Вайс-Сити, за.
Томми Версетти ни в чем не виновен. Joining together as men in order to reward the act of running around in a circle, I will thank you not to take its name in vain, Chavez. I hate that spring training. Who do those guys think they are? Coming here and getting in the way, showing us no respect. Really remind me of someone, by the way. See, Amy, you're putting the blame juice of society on. We're able to breastfeed him. You're so beautiful. The importance of the spiral dance clutching a bison horn under the crescent moon at the baby oil shop where I work. Иди и поспи немного. Он говорит, я всю ночь сидел в темноте на этом стуле и пил кофе. Это катастрофа. Нас ужасно обманули.
Послушайте, эти гориллы собираются прийти сюда и оторвать мне голову. Это ведь смешно. Я не для этого учил законы. Так что, черт возьми, мы собираемся делать? Заткнись. Сядь, расслабься. Я тебе расскажу, что будем делать. Ты должен выяснить, кто забрал наш кокаин, а потом я убью их. Это хорошая идея. Это отличная идея. Мне надо подумать, Ой, надо подумать. Это полковник в отставке, полковник Хуан Гарсиа Кортес. Он один из тех, кто помог мне разобраться с головорезами из Вай-Сити. Так, теперь слушай. Мотоцикл. Где твой мотоцикл? Is a single-person rowing boat made of reeds and twigs. Ты будешь работать на моего отца? Возможно. Ты и дальше будешь держать свою руку у меня на коленях? Возможно. Это так сложно иметь богатого и могущественного отца. Еще увидимся, красавчик. Не сомневаюсь.
Но я надеюсь, вы хорошо провели время. А то я схожу с ума от беспокойства. Что вы обнаружили? То, что в этом городе больше преступников, чем в тюрьме. Нам нужен авторитет с улиц. Так, дайте мне подумать. Понятно. Так, этот английский музыкант мешок с дерьмом, он ходит под именем Кента Поля. Так или иначе, он так далеко всунул нос в дела Вайс-Сити, что если кто-то знает, где находится 20 килограмм коки, то это тот парень, так? Он всегда бывает в Малибу. Я нанесу ему визит. Не надо волноваться. Britain know this. That's why they destroyed the computers that created things faster and more efficient and took their jobs. Oh, shut up. Computers aren't evil. It's the people that program the computers that are evil. That's a pretty big difference. I'm talking to you through a computer right now. In fact, I am a computer. Well, anything that can think faster than me is evil. Anything which doesn't dance or sing or cry or wear a smile. You create your... Откуда вы появились? Я столетиями искал такую птичку, как вы. Я ищу одного английского парня. Кент Поль, дружище. Да, я тут губернатор. Я улаживаю проблемы, понимаете меня? Я позабочусь о вас. Я дам вам все, что захотите. Не беспокойтесь ни о чем, дружище. Исчезни, дорогуша. Вы Кент Поль? Я друг Розенберга. Розенберг. Ах, этот ненормальный. Этот парень мог бы отправить невинного человека на смерть. Дай-ка нам еще выпить. Каждый тут комендант. Послушайте, я теряю 20 ключей и кучу денег. Наркотики – это игра для бандитов. Что вы об этом знаете? Ой-ой, я вот к чему клоню. Есть один хвостун, который занимается кухней в отеле на Океан Драйв. Он в последнее время был очень доволен собой. Вы могли бы проверить его? Сделаю и встречусь с вами. Да, точно. Давай, иди отсюда, бандюга. Я тебе покажу. Дай мне выпить. И где эта потаскушка? Уставился. Заткнись. Эй, сделай меня, ты засранец. Сюда!
понять одну вещь. Тебе тут будет очень жарко. Давай оружейный магазин в паре кварталов отсюда.